Уже по традиции будущих защитников нашей Родины благословил иерей Михаил Агешин. Служить в армии – это честь для любого юноши. Во время службы каждый проходит школу жизни, которая учит быть мужественными, ответственными и ценить солдатскую дружбу. Военнослужащие по призыву формируются в воинские части как подразделений по охране важных государственных объектов и спецгрузов, так и подразделения оперативной части войск Национальной гвардии. Одна из таких частей сегодня, например, комплектуется отдельная дивизия оперативного назначения. Чтобы проходить службу в Росгвардии, призывник должен быть физически подготовлен, здоров и психологически годен. И, конечно, главное – это желание служить в войсках Национальной гвардии с дальнейшим трудоустройством. Мои родные восприняли это довольно всерьез, так как у меня отец сам офицер, и никто не был против, все были только за, поддерживали и напутствовали меня дальше. Всего войска Национальной гвардии в осеннюю призывную кампанию отправилось около 100 ребят из Брянской области. Большинство из них будет служить в воинских частях Центрального округа. Молодые люди отправились с железнодорожного вокзала к месту прохождения службы под традиционный марш прощания славянки» в исполнении военного оркестра управления Росгвардии по Брянской области. Екатерина Пенько, события, Брянск.